Добрый день, с вами канал Малорама, первый фрагмент четвертой серии сериала «Улыбнись своей судьбе». Неваль после появления Ярен в доме их семьи не может избавиться от мысли, что Ярен – копия погибшей бывшей возлюбленной Кудрета. Эти призраки прошлого, в смерти которых виновна Неваль, не дают ей покоя. Она хочет, чтобы Кинан нашел, какое настоящее имя этой девушки. Кинан поведает Неваль, что ребенка бывшей Кудрета зовут Гульсюм Гюнеш. Кудрет все никак не может забыть свою прошлую любовь, в его глазах до сих пор еще та женщина, говорит Неваль. Айшигюль от ревности к Экину срывает свою злость на Ярен и хочет выгнать ее из дома. Но Экин не понимает причину гнева Айшигюль, и Экин пытается остановить, но даже у него не хватило сил, чтобы защитить Ярен. Фарад предупреждает Ярен, чтобы она не влюблялась в Экина. Ему не стоит доверять, он возьмет твое сердце и выплюнет. Но как верить Фараду, когда его поступки только доказывают обратное, и именно от него нужно держаться подальше? Эда в то время ходит по тонкому льду, испытывая терпение Джана. Он уверен, что она играет с ним. Айшигюль думает, что Ярен порвала ее вещи и выставит девушку на улицу. Кудрет, увидев эту картину, поверит своей дочери и не понимает, как девушки могли так подло поступить с его семьей, ведь он доверился им, дал работу, крышу над головой. И это их благодарность? Экин узнает, что настоящее имя Ярен – Гюльсюм. Неваль ищет дочь бывшей своего мужа. Сможет ли она узнать, что Ярен и есть та самая дочь, о которой никто не знает? Увидим в четвертой серии сериала «Улыбнись своей судьбе», который выйдет 18 мая в 20 на телеканале Fox. Это на все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!